сверхъестественные существа у славян. Известно, что до появления христианства наши предки были язычниками. О богах, которым они поклонялись, поговорим в другой раз. Но, кроме богов, в верованиях славян была масса существ, населяющих практически все, что окружало человека. Одних славяне считали добрыми, поскольку те мирно сосуществовали с людьми, помогали им и всячески оберегали. Других же относили к злым. Впрочем, была и третья группа существ, которых нельзя было отнести ни к добрым, ни к злым. Все известные существа, хоть и являются представителями малочисленных видов, все же представлены не одной особью. Мифологические создания отличаются друг от друга внешним видом, способностями, ареалом обитания и образом жизни. Так одни существа внешне похожи на животных, другие на людей, а третьи не похожи ни на кого. Кто-то из них обитает в лесах и морях, другие живут непосредственно рядом с человеком, иногда даже в их домах. В славянской мифологии отсутствует какая-либо классификация существ, зато довольно подробно описывается их внешний вид, образ жизни, способы, как задобрить тех или иных существ. Всех существ из сказок и мифов описать невозможно, но с некоторыми мы знакомы с детства, из сказок и историй. Вот некоторые из этих существ. Спасибо за просмотр, если хотите увидеть вторую часть, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, кого еще можно было добавить.